подготовила несколько блиц-вопросов. And to finish our beautiful meeting, I have like short blitz questions. И мой первый, самый любимый вопрос, который я задаю всем, это... And my first and my favorite question, which I'm asking of everybody. Что вас в жизни радует, от чего вы получаете удовольствие? What is the most joyful thing in your life? What gives you the most pleasure? Okay, I think for me it would have to be snowboarding, swimming, and hiking. А для меня это будет катание на сноуборде, плавание и прогулки по горам. And also watching really good movies. И также я люблю посмотреть действительно хорошее кино. And for me, it's Julianne and sharing the Stargate work. А для меня это Джулиана и делиться работой с «Звездными вратами». Хорошо. Следующий вопрос. Next question. Есть ли у вас личный секрет успеха? Поделитесь им. Do you have a personal secret of success, and would you share it with us? Okay, so I'll go first. Я начну. Well, it's being genuine. It's being as honest and open and real as possible. Это быть естественным, быть искренним, быть самим собой. Настолько, насколько ты можешь. Because when you're being real and open and honest, then people can see who you are. Потому что когда ты открыт, честен, то люди могут видеть того, какой ты есть. And then they can decide, oh, I like you, I'd like to be friends with you, or I don't like you, and they disappear. И тогда они могут сделать свой выбор, о, это мне нравится, я хочу быть дружить с тобой, хочу быть с тобой. Или они могут сказать, нет, мне это не нравится, тогда они исчезают. In that way, you find yourself slowly, slowly surrounded by people who like you for who you are, and you like them for who they are. И таким образом, мало-помалу тебя окружают люди, которым ты нравишься за то, какой ты есть, и они тебе нравятся за то, какие они есть. And that's actually the key to happiness as well as success. И это, с моей точки зрения, является ключом к счастью и успеху. Living with your whole heart means that you let yourself be seen for who you are. Жить а во всей полноте вашего сердца, это значит позволять себя видеть таким, какой ты есть. So I believe that the secret to Pri and I's success is actually the Stargate itself. Ну, я-то верю, что секрет нашего успеха, моего и Прагита, это звездные врата. Because it's completely, completely amazing. Потому что это полностью, полностью удивительное. We guide meditations, and what we're really doing is guiding people into that space where they pull these high vibrational energies in for themselves. Потому что когда мы проводим людей через эти медитации, мы их проводим через процесс, когда они могут привлечь к себе эти высокие вибрационные энергии и быть в них, находиться в них. We're following our intuition and allowing guidance to come through. Мы следуем за нашей интуицией, позволяем тому, что нас направляет, прийти к But нам. the people who are experiencing the Stargate are having multidimensional, multifaceted experiences. И люди, которые испытали на себе работу со звездными вратами, у них этот многогранный, многомерный опыт возникает. And so you'll start to hear one person was having, visions and colors, and the other person was having like the best meditation of their lives, and the other person is having a physical healing. И ты слышишь от людей эти вещи, что кто-то увидел цвета какие-то и формы, кто-то у кого-то произошло какое-то исцеление, ему легче с чем-то стало, кто-то еще что-то для себя открыл. All these different things are happening at the same time. И все эти разные вещи происходят в то же самое время.
But what's really, really special is that the Stargate energies are guiding people into their highest potential. Но что самое главное, это энергии звездных врат, которые направляют людей, приводят их ко всей полноте их высшего потенциала. And once you get a taste of that super high, super conscious part of yourself, you just want more. И как только вы получите ощущение, вкус вот этого вашего высшего сверхсознательного «я», вам только будет хотеться больше и больше этого. So as we said before, the Stargate is here to assist in the awakening of humanity. И как мы говорили раньше, звездные врата здесь, чтобы помочь в пробуждении человечества. And so the higher vibrational consciousness of the Stargate itself wants to meet as many people as possible. И таким образом это высшее вибрационное сознание звездных врат хочет встретить как можно больше людей. To give them a direct taste of the greater reality. Чтобы предложить им прямое, непосредственное ощущение этой более высокой, великой реальности. Следующий вопрос. Какой подарок в вашей жизни был самый для вас значимый? Next question. Which present in your life was the most important for you? Well, I have to say it was the Stargate again, because that totally changed my life, transformed my life. It's taken me to dozens and dozens of different countries. I've shared this with hundreds of thousands of people, and it brings so much joy watching people open up, watching the changes that happen. It's brought me this deep connection with Julianne and many other friends who are far closer now than they ever could have been without the understandings that Alcazar and the Stargate have actually shared with me. So it's changed my life. And so, that's definitely the greatest gift. И для меня, наверное, вновь я должен буду сказать, что это будут звездные врата, потому что они настолько изменили мою жизнь, они настолько повернули ее в другом направлении. Я встретил людей, я путешествовал по миру, я посетил многие страны. Это отношения с Джулианой, это встречи с ней. То есть, да, это один, наверное, из самых великих даров, которые я получал. I'm sorry, Matt. Sorry, it was shorter, but the highlights were all there. I got so excited, I forgot that you had to translate. Извини, Ренат, я просто в таком восторге был, в таком воодушевлении, что я забыл, что тебе надо переводить. Я все основные пункты перечислил. Ренат is an amazing translator. He's been translating for us for many years. Ренат такой хороший переводчик, он для нас много лет переводит. Thank you. Yeah. For me, the greatest gift has actually been this essence of life self-healing energy that the Stargate and Alcazar taught me how to access. А для меня величайшим даром была энергия сути жизни. Это величайшая энергия, помогающая исцеляться людям. Это дар, который я получил от Альказара и Звездных Врат. So the essence of life is this energy from source that flows into the physical body, and it actually like creates the life in every cell of our body. Суть жизни, энергия сути жизни — это энергия источника, которая втекает в наше тело, расходится в нем и перезапускает жизненные процессы в каждой его клетке. And it's been the greatest gift because it feels so totally pure and beautiful, and you can bring it into your body anytime to dissolve whatever is going on, mental, emotional, physical. И это ощущается таким чистым, таким непосредственным, и то, что ты можешь в любой момент провести ее в свое тело и растворить любые ментальные, физические, эмоциональные вопросы, возникающие в нем. And for me, it feels like a part of who I am, and it's a gift that Alcazar has reconnected me to.
И для меня, я ее воспринимаю как часть самой себя. И это тот дар от Альказара, когда он мне позволил воссоединиться с самой собой. And Alcazar has asked me to teach other people how to access the essence of life too. И Альказар позволил мне учить других людей, как им воссоединяться со своей сутью жизни. So to me, it's just beautiful, and it's the greatest gift. But it's also the greatest gift because it's just one example of the gifts that we have within us that we can start to develop. И для меня это величайший подарок, но это пример тех величайших даров, которые находятся внутри каждого из нас и которые мы можем развивать в себе. Следующий вопрос. Какой самый ценный совет, самую ценную рекомендацию, самый ценный совет вам дали в жизни? И кто это был? Кто дал этот совет? The next question. What is the most precious advice you received in your life and who gave it to you? You want to go first, Jules? Хочешь, чтобы я начал? I have no idea. У меня даже идей нет. I will say that one of the most precious things about the Stargate work is actually working with Alcazar. Ну, я бы сказал, что одна из наиболее бесценных вещей для меня — это работа со звездными вратами, работа с Альказаром в них. Because Alcazar is, first of all, he's really funny. Первое, что Альказар — это он очень веселый, у него хорошее чувство юмора. But he's also very, very deep, and he reconnects us with the truth that we already know deep inside. Но то, что он предлагает, это настолько является глубоким по своему содержанию, что это воссоединяет нас с нашей правдой, которая находится внутри нас, с истиной себя. So having access to that depth of wisdom moment by moment as I go through my life. Таким образом, иметь доступ ко всей глубине этой мудрости в каждый момент своей жизни по мере того, как я иду по ней. Is a great gift. Для меня это великий дар. I think for me, the best advice I got was actually from someone I don't even remember who she was anymore. И для меня, наверное, самым главным, самым важным советом, который я получил, и я даже сейчас не помню, кто она была. She was the one that connected me initially with Osho. А она была тем человеком, которая в свое время соединила меня с Осо. Because before that I was a totally repressed, I knew nothing about life, I felt totally lost. Потому что до этого момента я был абсолютно подавленным, я ничего не знал о жизни, я был практически, можно сказать, потерян. I didn't know how to feel, I didn't know how to express how I was feeling. Я не знал, как чувствовать, я не знал, как выражать чувства. And I was pretty miserable all the time. И я был в довольно подавленном, таком жалком состоянии практически все время. So then being with Osho and meditating, he opened me up. И быть в присутствии Оши, медитировать с ним, это открыло меня. And that allowed the connection with Alcazar to happen. И это позволило связи с Альказаром произойти. So really that lady way back many years ago in London was the greatest gift that I was given. И эта женщина много-много лет назад где-то в Лондоне, это был, наверное, величайший дар, который я получил от нее. Yeah. Да. Благодарю. И последний вопрос. Thank you. Я ставлю вам такое небольшое условие. And the last question, but with a condition, small condition to it. Нужно ответить одним предложением. You have to answer in one sentence. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни? Please tell us, what's the purpose of life? To live it, to жить ее, get higher and higher,
подниматься вверх и вверх по ней. And to love. И любить. That was really great, Jules. Это было здорово, Джулс. Purpose of life is to allow yourself to expand into a greater you that enables the whole of the universe to expand into a greater universe. Предназначением жизни является возможность позволить себе расшириться, перейти в большего, великого себя, который, в свою очередь, позволит вам соединиться с великой Вселенной. Благодарю. Условие было выполнено. Thank you. You fulfilled the request. Все, от всей души благодарю за ваше время, за ваши удивительные ответы, за вашу энергию, за ваш юмор, вообще просто за то, что вы есть. Heartfelt gratitude for your time, for your sense of humor, for your beautiful answer, and for that you simply are. Thank you so much. Я получила огромное удовольствие от общения с вами, и думаю, что наши слушатели, наши зрители получат не меньше удовольствия, когда будут слушать эту запись. And I had a great feeling listening to you, talking to you, and I do believe that our audience will have the same feeling while listening to this interview. И отдельная благодарность, Ренат, вам за то, что вот сегодняшнее интервью состоялось. And thank you to Ренат for this interview too. Спасибо вам, and thank you, Прагит, and thank you, Julian. As always, it was a pleasure.